Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в видеообзоре бытовой набор инструментов от компании Intertool ET6077SP. Как вы знаете, у Intertool есть две линейки инструмента. Это профессиональный Тайвань черно-красного цвета, то есть красные трещотки, черный кейс. И есть инструмент зеленого цвета. Данный инструмент бытового класса предназначен для домашнего использования. То есть для СТО, автосервиса, промышленности, то есть он не подойдет, это только для домашнего применения. Данный набор изготавливается в Китае, то есть на заводе в Китае, сама фирма Intertool из Харькова. Сверху на кейсе идет упаковочная коробка, два рабочих квадрата, 1/2 дюйма, 1/4, головки от 4 до 32 и ключи. Ключи шарнирные, 4 до 32. Ну, дальше я покажу все это уже в комплекте. С обратной стороны также комплектация набора. И где изготавливается. Изготовлено в Китае. Начнем с трещоток. Трещотки на 72 зуба. Мелкий шаг. Прямые. Рукоятки здесь комбинированные. Резинопластик, черный цвет. Идет резина. Зеленый пластик. 72 зуба, трещотки разборные, два винта выкручиваете, вытягиваете механизм, то есть для смазки. Есть реверс, быстрый сброс и одевание. Надпись на трещотках хром ванадий сталь, указывает производитель. Длина трещотки 1/2 дюйма, 260 мм. Под 1/4 дюйма 165 мм. Трещотки 72 зуба, мелкий шаг. Так, удлинители. Два удлинителя под 1/2, 125 миллиметров и 250 миллиметров. Это под 1/2 дюйма. 250 миллиметров удлинитель также служит как Т-образный вороток. С помощью такого переходника одеваете на удлинитель и получаете Т-образный вороток 250 миллиметров. Сюда же одеваете головки или удлинитель еще дополнительно. Переходник вы можете использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Это у кого есть дополнительно инструмент под 3/8 дюйма. Трещотка или удлинитель. Свечная головка. В наборе одна головка на 21 мм. Внутри есть резиновая вставка. Два кардана, 1/4 и 1/2. Карданы здесь скреплены металлическими вставками для труднодоступных мест. Далее шарнирные ключи, торцевые шарнирные ключи. В наборе 4 ключа, размеры 14-15, 13-12, 11-10. И 6-8. Биты идут у нас в держателях, то есть вы можете вытягивать, использовать с шуруповертом, допустим. Кстати, есть переходник под шуруповерт. И есть вот такой вот переходник, вернее адаптер, держатель под биты. То есть выбираете биту из комплекта, вставляете в адаптер и используете или с отверткой, или с шуруповерта. То есть адаптер также можно использовать в наборе с Т-образным воротком и с трещоткой. Так, головки. В наборе шестигранный профиль головок. Головки под 1/4 дюйма, 9 штук. И под 1/2, 13 головок. Самая маленькая головка под 1/4 дюйма, это 4 мм. Самая большая, 12 мм. Под 1/2 у нас 13 головок. Самая маленькая у нас 10.
Самая большая 32 мм, 6 граней. Вес головки 32 мм, составляет 190 грамм. Как видите, инструмент матового цвета. На инструмент нанесено защитное матовое покрытие. В верхней крышке у нас Т-образный вороток под 1/4, 11 см длина, под 1/2 я уже показал вам. Удлинитель 100 мм, даже не 100, здесь идет у нас, да, 100 мм удлинитель, под 1/4. Вот здесь удлинители получается под 1/4 у нас один, и под 1/2 у нас два удлинителя, 250 и 125. И набор Г-образных ключей. Общее количество 7 штук. Так, теперь набор комбинированных ключей. Общее количество 11 штук. Размеры ключей 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 и 19. Надпись Chrome Vanadi, 17 мм ключ. По комплектации все. Набор, как говорил, это бытового класса для домашнего применения. Следов от литья, какого-то коррозии, кривого литья мы не обнаружили. То есть инструмент хорошо отполирован, нанесено защитное покрытие матового цвета. То есть, как для домашнего использования, отличный инструмент. Кейс у нас цельнолитой, без завис, то есть цельная конструкция идет. Металлические замки запирания. То есть, плюс, как для такого класса инструмента. Как держится инструмент в верхней крышке. Все хорошо защелкивается и ничего не выпадает. Теперь пробуем закрыть без проблем. Длина кейса 28, ширина 39, высота 8, вес 5,5 кг. Если вам нужен недорогой инструмент для домашнего пользования, для гаража, вы можете посмотреть на наборы Intertool с оконцовкой SP. То есть в данном случае это ET6077SP. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, получайте скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.